Двое сотрудников полиции Локтевского района уволены. Решение отстранить их от должности приняло руководство ГУВД края по результатам служебной проверки. Напомним, на днях в интернете появился видеоролик, где полицейские грубо обошлись с человеком на костылях. Стражи правопорядка не нашли способа лучше, как пинать и тащить по снегу человека, который, по мнению полицейских, вел себя неадекватно. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина – инвалид и без костылей не может передвигаться. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, непосредственный и 5 вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.